Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десант Жека Игорь, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня будем продолжать наши пиу-павские дуэли. Пиу-пау! Приветулю! Вот, поэтому вы уже все прекрасно знаете, что нужно сделать, чтобы вышла следующая серия снайперов. Лепите огромный палец вверх прямо сейчас на этот видос, набираем 25 тысяч лайков и сразу же выходит продолжение, я прям обещаю, поэтому лайкните. Вверх. А мы пошли прятаться, давайте. Ну что, пацаны, пацанчики, да? Ну что такое, давайте, ну рассказывайте. Ждали новую серию снайперов, да, чтобы я вас позвал? Конечно, обожаю все. Ставили. Снайперы выходят. А вы давайте показывайте. А я чей-то ник вижу, по-моему, или мне кажется. Там, мне кажется, тебе кажется. Кажется, что показалось. Когда кажется, крестится. Ладно. Дебила, кусок тупой, говно! Где? Вообще нормальный ты человек. В смысле, Аня, что было, что было? Я старый, немощный человек. Ой, я стою на F5 такой. Обосрался? Нет, вообще не обосрался, вообще нет. Так, где он был? Да в задний. Игорь, где ты был? Игорь! А что такое? Игорь, я даже речи потерял, понимаешь? Из-за тебя. Да, Игорь, конечно, вообще зараза, я честно так скажу. А знаете что, у меня спринт не работает, а как мне его включить? В смысле спринт не работает, а как? Ну вот так вот, я на жеку... Я понял, это, короче, это controls. В смысле спринт не работает? Я настроил, но, короче... Surprise, motherfucker! Надо сейчас вот... блин, я там спринт застраиваю! Извините! Ладно. Спринт. А что, он тебя убил? Да, пока он там спринт себе достраивал. В чате почему-то не отобразилось. Ладно. А что за ненормальная серия, не понял? Меня Игорь зарезал, ты Игорь зарезал, это шо вы? Вот так. А что вы режете? Динамичная такая серия будет. Пиу-пиу, туда-сюда! В смысле? Значит, он пал! Вот, да? Ты дурак? Что? Жека, ты стрелял? Это Игорь стрелял, я уверен, что? На миллион процентов. На миллиард процентов. Я вообще пел в это время, как можно петь и целиться, вы понимаете? Блин, это вы шуманите? Да, Игорь, ну давай, ну признавайся, ну ёханый бабай! Я не стрелял, я вы дебилы или шо? Ну да. Конечно, не стрелял. Да, понятно. Ты кого вообще обманываешь, а кого ты обманываешь, Игорь? Понятно, стрелял Эдисон, короче, все ясно. Да, хорошо. А, стоп, так это реально Эдисон стрелял? Нет, я не стрелял. Да. Ну да. Жека стрелял, сейчас врет, типа, это не я был. Ну да, конечно. Я не знаю, кто стрелял, вообще сейчас... Ты просто послушай, как говорит Эдисон, всегда, когда вот что-то закрывает... Так, когда он ничего не стрелял, то ты послушай. Ну да. Давай еще что-то придумай, Ты знаешь, но только что Ник видел кое-какого товарища, только что вот там вот в кирпичном здании такого. Наверху. Это кто? Ну я свой ник выключил, если еще в предыдущем раунде. У меня был выключен, Игорь, когда ты меня убивал? Да. Так я не знаю. Вот я сейчас, он у тебя то появляется, то пропадает, сейчас не видно. Да? Да? У кого, у Жеки? Я не знаю, типа, если это... Вот сейчас видно. Right. В смысле видно? Вот сейчас не видно. Чё вы меня? Я пошёл ты в сраку! Пошёл в сраку! Так как? Я в сраку манал этот сраный нож! Я за тобой стоял 3 секунды и бил тебя в спину твою проклятую! У меня то же самое вот с Игорем было. Надо нам поменять ножик, потому что он реально... А что такое, скажите мне? Это не в счет. Это меня предал нож. Все. А Игорь я убил с 2 ударов. А тебя с 10 не убил. Ты вообще на самом деле молодец, ты молодец. Да. Где? Что за фигня? Почему я как бы, блин, вообще не понимаю? Я Рэмбо! Тут ты передаешь, да. Пацаны, так нечестно. Ники мои, видите, у меня ножик не работает. Давайте нахрен Ножковича выкинем, что он плохой. Ничего не работает. Это подстава все, подставлено, подкручено, читеры. Так, тут, короче, я понял, нужно все время оглядываться назад. Бля, ну-ка, папа.
Это да, это да. О, да, это сзади может появиться бря-папа. Бря-папа. В игре. Денег включился, пацаны, магия, понимаете? Офигеть. Да, какой-то Shadow Priestик установил время на ноль. Какой-то призрачный приз, да? Ничего не было, я просто бог Майнкрафта, понимаете? Призрачный, кто там, кто ты там, жрец, да? Жрец. Теневой. Теневой жрец включил день. Теневой жрец. Теневой. И потом еще окей. Типа, ну окей. Да, еще окей. Я с этим смирюсь, то что я теневой жрец по жизни, да? Жрецок. Жрецок, да. Жрецок. Ну ладно, окей, жрец, так жрец, окей. Пацаны, я готов вас всех исцелять. Знаете, что сейчас понял? Я немножечко понял то, что я вообще не спрятанный на самом деле был. Тупо как бы, блин, ладно, хорошо, просто помолчу. Блин, не спрятанный? Ну так, пацаны. Ну так, ну так, да. Ну так, поменьше разговоров, больше давай действий. Заколебали. Сейчас, подожди. Сосутся сейчас. Где-то там в уголке и не выходят. Давайте. Просто немножко нужно накатить, и тогда будет тактика пьяного мастера. Чтобы накатить, нужно вначале посидеть на F5, так что не переживай, все хорошо. Да. Да, отмазывайся. Сейчас, подождите, так. Нормально. Все, пацаны, я побежал. Давай, побежали. Давай. Опа. А может, я обманул, я не побежал. А ты не обманывай, ты давай. Я муфляр, да! Чё, первый раунд так быстро закончился, а вот этот третий. Ну первые два раунда даже быстро закончились. Во-во, а сейчас все крыситься начали. Знаешь, я чуть из-за Игоря, за Игорь не остался, я больше не хочу. А я такой, как... Это было вообще так весело. Я такой смотрю... Что за хрень? Что за мать его нахрен? Кто это сделал? А ну вы включите свет! В смысле? Пошли в жопу, вы говнюки, я знаю, что вы тут. Я знаю, что... Ну наркоман, Игорь, скажи мне. Если бы кто-то тучу не делал, я бы так и не понял, где Жека. Прям рядом с ним за стенкой стоял. Игорь, ты, ой, это я не знаю, фунял, да? Да. Я испугался. Я говорю, в этой рубрике снайпер за Икой остаться можно. А я еще в эту пустоту весь вот тыкал и каким-то образом Игоря убил. Да? Да ты меня задрал, если честно. В смысле задрал? Игорь, а как ты вообще умер? У меня такой вопрос, а? Игорь! Что такое? Как ты оттуда дострелил, Эдисон? Кого? Как ты оттуда дострелил? В смысле? Ну вот этой вонючкой. Ты меня спрашиваешь, я просто читер, понимаешь? Да как? Прям череп тебе насквозь, понимаешь? Спасибо, что Игоря убил. Скрякака! Понимаешь? Сначала запись. Запись уже пошла. Уже пошла? Да. Записывайте. Все, мы записываем. Начальник, записывайте. Игорь, ты прикинь, нас записывают. И кто вас не записывает? Мама, я в телевизоре. Эйса, можно я передам привет своей маме? Нет, не надо. А папе? Нельзя. Нет, привет вообще нельзя передавать. А можно гостинцы? Нет, тоже нельзя. Я просто живу... Нельзя. У меня не поле чудес. Да где? Где? Как? Посмотри на этого читера! Я не понял, что это за хрень. Так, я что-то не понял, где он был? А как я вообще, как... Игорь! Я бы тебе сказал, кто ты. Ну, запись не позволяет, понимаешь? Где тут? Подожди, а кто кого убил? Игорь убил Жеку, да? Да, я вообще не понял, как это было, но у меня как-то нагокнуло вообще. Паскуда. Игорь, ты вообще паскуда. Ну да, бывает, это просто настоящий элитный снайпер В4, 8, 3, 5, T-серии, 5, 4. 8-5 тысяч миллионов. Хотите мой навык узнать? Мы с тобой поговорим. А как ты его видел, Эдисон? Он же за стенкой стоял. В смысле, я как бы тут стоял и у него-то пукалка торчит на 2 метра вперед. В смысле, не видел? Пожалуйста, ты на балконе был? Нет, ты пехись ко мне. Блин. Я такой со стороны, такой, ёпа, понимаешь? И все. А, получается все. Да. Нормально. 3-1-0, нормально, пацаны, тащим. Итак, дорогие друзья, подожди, мы ждем последнего вот ждем вот этого маршрутка призрачного теневого жрецока.
Жрецов. Может быть, я уже тут, а вы просто об этом не знаете. Не знаю. У тебя снайперка, видимо, если что. Твою мать. Да! 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 Ставьте лайки, будет много серий снайперов. 25 тысяч лайков набираем, сразу же выходит следующая серия. Вот прям обещаем, обещаем, все обещаем. Крэп-папа! Папа, скрэп-папа! Да, да, все, заканчиваю, потому что уже скрэп-папа. Пошли, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Ой, что-то ломается тут, оно, кислота, жизнь моя, жестянка. Что здесь происходит?